По закону эволюции наши дети лучше, чем мы. И я понимаю, что мы берем лучшее от своих родителей. И я сразу вижу, сколько мужества, сколько ответственности, сколько решительности. Просто стоило 10 лет ждать, чтобы ты так похорошела. Сколько покровительства есть в нем. Потому что все это вложили в него мужчины его рода. И в моменты своей слабости, когда мне нужна какая-то уверенность или какая-то поддержка, я представляю за своей спиной своих женщин. Я чувствую себя очень большой. Against your morning skin, while they shy like two young lovers walking by. There's a soft, strange kind of vibe. Согласен. Giving company to all the lonely hearts. Я вижу очень много любви. И очень много нежности. Скольких детей родили эти женщины? Будьте счастливы. Скольких мужчин они обогрели? Берегите друг. Сколько красоты, сколько изящества. Сколько невероятной мягкости. И тут я чувствую себя очень большой и очень сильной. There's 100 cigarettes on the ground, and our clothes are still. Сегодня мы хотим попросить вашего благословения. Я знаю, что моя мама благословляет меня каждый день. Сегодня я хочу, чтобы вы благословили нас как пару, как союз, несмотря на то, что мы столько лет вместе. И то, что у нас такая большая история. Потому что наша история тоже не сахарный домик. И мы действительно создаем свою семью, свою пару. Каждый день выбирая друг друга. И очень хочется чувствовать вашу поддержку. Маленькие, да? Да. А это большое, да? Да. Поэтому мы не сможем.